готовности. Оделись за 2 километра до точки. Не подпустили, я стрелял. Но я все равно понимаю, что это лягушка, и мне брезгливость какая-то такая есть. У меня чуть дрон не отобрал. Саня, а что у тебя с лицом? Удачи. Серега говорит, что вообще нет шансов стрелять. Час до вылета в Стамбул. Скорее всего, я не успею. Следующий рейс. Не могут задержать рейс на полчаса. Ну что, вот мы и на Мадагаскаре. Договариваемся, что прошли мы без очереди. Thank you. Ребята, мы успели. Ну, марш бросок уже ничего. Добро пожаловать на русский. Спасибо, что нам шли так тепло. Так нам с вами надо разговаривать. Контракт? Здесь рыбы нет. Доброе утро. На часах 4 утра мы направляемся нашей команды на Кастербанк. Это та банка, где, вы помните, в предыдущих фильмах мы стреляли марлина, брали селфиш, доктуна, таранс. Сейчас здесь на Мадагаскаре, на Насибе, время года осень, жор, рыба нажирается на зиму. Поэтому посмотрим, какой ход рыбы. Для нас это неизвестное время. Поэтому очень интересно, что нас ждет сегодня. Мони. Доброе утро. Да. Майкл Джордан. Эй. Как ты? Надеюсь, сегодня более чем. Понимаешь, он знает, может, как рыбак. Он вывезет нас на банку. Нам надо, понял, угол такой, чтобы глубина была, потом, понял? Первый он нас ведет. Где его точки? Хорошо. Вышли вдвоем, один меньше, чуть больше. Я первый шел меньше, я второго дождался. Он так идет. Я спокойно падаю. Только хлоп, четко. И хвост вниз. Давай не будем. Серега!
У рыбы обед. А что с твоим лицом, Саня? Загорел немножко. Уже в конце охоты посмотрели по дороге к себе домой, увидели на Лоце очень интересное перспективное место. Вот нырнули, три макрели вышло, стрелял в барракуду, макрели такие под двадцатку. Вот. Но уже темно, ничего не видно, поэтому надо ее тщательно изучить. По крайней мере, рыбаки здесь не были. Завтра разработаем, да? Я думаю, да, в планах надо ее поставить нам, да? Да. И посмотреть. Жесть. Вот, завтра еще третий день охоты и потом один день отдыха. Поедем делать основные дела, ради которых мы сюда приехали. Это Олег будет открывать здесь компанию. Ну, в общем, все увидите. Че? Рупор приснился. Да ладно, серьезно? Отвечаю. Штёрнулся. Капец. Группер? Да. Большой? Вот как у Олега, понял? Кадры из фильма, и оно приснилось. Пипец. А еще петель гидрик разорвал. Это жесть. Паня. Гриль. Я. Суп, гриль и карпаччо. Я. Вот так коротают романтические вечера подводные охотники на Мадагаскаре, занимаясь склейкой гидрокостюмов. Ой, горячие ухи из-под битого трофея. Олег нас сегодня кормил рыбкой. Да, у нас сегодня карпаччо, жареная рыба и суха. Как-никак, а сегодня мы съедем со своей рыбой. Да. Хороший день. Счет, нулевой счет, как говорится, разменяли. Да. В общем, ребята, всем доброе утро. Всю ночь лил дождь. Я вообще не хотел ехать на охоту, потому что ненавижу дождь. Но как только рассвело, дождь закончился. А сегодня еще раз проверим, как там с мини-бар. Проблемы будут с подходом, это я знаю. Подойти к... Принимаем решение, что делать. Поднялась волна сильная, ветер усиливается. Не знаю. Я предлагаю ехать домой и не парить мозг. Смотрите, я за то, что реально. Ну, мы тоже за. Я просто смотрю, посмотри туда. Ну, поехали. Поехали. Домой едем. Ветрик, как тебе в Африке охотиться? Нравится? Пока еще не знаю. Пока не знаю, да. В общем, парни уплыли куда-то вон туда, за рифы. Пойду до них дойду, постараюсь вот так пройти по этой каменной гряде. И сейчас возьмем у них интервью, посмотрим, что они там стрельнули. Может, осьминогов нашли. Ну, вот, ребята, типичная мадагаскарская семья. Муж и жена. Жена несет тяжелое на голове. Бонжур. Парни вышли.
Видели что, не? Две мурены видели. И все? Ну что, группера маленького Серега. А, группера видел, ну, там мурена сидела, я побоялся туда. Я туда, она за мной. Мы с Серегой папе сделали подарок, решили вложить в наш бизнес общий. Да, общий. Да, взяли тоже лодку, нашли, подняли. Мы подняли лодку с водой. Да. Так что? А я, кстати, заснял, как ее спускали. Олег встанет. Отвечаю. Ну, это где ты ее сделал? Я ходил, вас искал. Олег, мы тебе подарок. Уже для бизнеса подводили. В общем, ребята, я только что выпил кофе, и мне просто Ветель подсказал, что у меня пониженное давление, скорее всего. Я себя стал офигенно чувствовать, прям эйфория даже. И смотрите, какой тропический дождь начался. Просто ливень. Сейчас мы едем в Эльвиль. Эльвиль — это центр на себе. Зачем? Там на закупку товар, еды. А Олег как раз, он идет на тренировку, на зал. А ты идешь на тренировку? Да-да, я его чуть-чуть помогу. Ты тренер Олега? Нет. Олег человек профессиональный. Ребят, спроси, сколько эта картина стоит? Очень много. Посмотри. Офигенно, да, вообще, это тоже круто. Да. Сколько? 300 тысяч реалов. Давай, за сколько дадут две? Год. Молодец. Что отличается на себе от Мадагаскара? Туристические дела. На себе специально для приема туристов. И вот тоже мы на этом направлении мы сейчас работаем и приглашаем наш украинцы, русский, приезжай поотдыхать здесь, посмотри, что еще другой мир, потому что там на севере полушар совсем другой, тут на южном полушар жара. Приезжайте, ребята, мы вас ждем. Марше. Саня, будешь? Они холодные. Холодные. Я съел. Так я ел. Заснимешь, как я плаваю лягушек. Сейчас мы купим креветки. Самый большой креветки. По-французски называют камарон. Престижный блюдо у нас. Простой человек не может купить. Такой богатый человек. Богатый. Килограмм 35 тысяч у нас ариари. 10 евро, да? Да. Сейчас мы на спортзал. Ее зовут Дженсия. Она отвечает за это спортзал. Hi, my friend. Такие вот парни на себе. See you. Okay. Tomorrow. Okay. Okay. Сейчас мы поедем встречаться. Олегу написал знакомый, который снимает фильмы про подводную охоту, очень известный. Он для многих делал фильмы. И он, оказывается, тоже вчера прилетел сюда. И сейчас мы поедем. Он обещал к нам в гости прийти. Хорошо, потренировались и прервали тренировку. Потому что сообщение написал мне Барретт, это наш друг с Южной Африки. Он массирует уже... такие. Где? Вон чуваки. А, вот, смотри. Давай заснимем. Саня, смотри.
какие хорошенькие ножички. Это местные лягушки. Это лучше, чем курица. Понимаешь? Убедительно. Убедительно. Лучше, чем курица. Сейчас убедительно сказал. И это все, мама, лягушки. Лягушка. Лягушка. Варят королевских креветок. Смотри, какой размер. Сайз. King size. Олежка, красавец, не пожалел 500 тысяч евро для пацанов. Супрывные из Каранца сегодня у нас креветочки, салатик, французское вино и лягушки. Ну что, тест? Лягушка. Мама. На что похоже? Мягче курица. Мама. Супер. Мне кажется, не бьется, не? Серьезно? Ну, вкусно так ест, да? Невкусно, ребята. Не ешьте. Не ешьте. Лягушки. Не ешьте. Зарек. Не, ну. Ничего. Ничего. Да нормальная курятина. Пипец жабам теперь. Скраку кердек. Я не советую никому есть лягушек. Какая гадость. Моя какая вкусная. Смотри, какая ножка. В общем, еще какой-то соус. Что? Да нет, соус. Соус. Соевый это... соус. Саня, не надо скривляться. Они очень вкусные. Что ты кривишься, блин? Тима, мягче курятина. Супер вообще, блин. Скажи. Прямо, блин. Что? Сара. Нормально, кстати. Удивительно. Ну, попробуй еще. Нормально кушай. Если бы мне показали, вот это лягушка, я не смог. Не смог бы есть, да? А потом, когда попробую... Но я все равно понимаю, что это лягушка, и мне брезгливость какая-то такая есть. Какая брезгливость? Но мясо вкусное. Саня, вино французское, смотри, давай. Смотри, наворачивай. И нет, скажи. Очень вкусно. Скажи тост. Я понимаю, что нежнейшее мясо. Я тебе говорю, тост? Я не просто, я как увидел, как они грибут. Сегодня был очень продуктивный день, братан, мы много всего поснимали, я думаю, вам это понравится, этот контент, который сегодня мы создавали все вместе, старались, работали. Поэтому предлагаю выпить за Олега и за всю команду, которую он собрал здесь. Ну, жаба нормальная, да? Да, жаба, жаба не душит. Под французское вино медок, смывайте. Договорена встреча с мэром, потом депутатом, выдвиженцем от народа. Цель этой встречи? Цель встречи, мы давно уже хотели встретиться с ним, обсудить вопросы здесь бизнеса возможного, а также туристическое направление развития. Я и Олег, мы намерен открывать маленький предприятие здесь в Уссибе. И для этого нужно встречать все единицы здесь в Уссибе, чтобы познакомиться, узнать, какие условия для инвестиций здесь в Уссибе. Вот смысл. Впервые идем смотреть наш префект здесь в Уссибе. Мы хотим открыть предприятие, инвестировать. Сегодня мы подпишем и на регистрацию завтра. Поэтому мы хотели увидеть глаза Дудува, наладить отношения. Может, что-то вы подскажете, какое это нам направление. Готовы сотрудничать и делать все для этого острова. Он очень доволен. Сейчас следующий дом там, смотри, там в отделе туризма. Памятник русским морякам. Доблестным российским морякам эскадры адмирала Рождественского, 1904 год. Благодарные потомки. Представляете, ребят?
Анджела Рава. Когда первый раз мы приезжали на Насибе, он нас встречал, размещал. Он вообще в туристическом бизнесе. Happy to receive you. Да. Welcome to Насибе. Очень много сейчас стало приезжать туристов из России, Украины, стран Балтии, да, немцы уже поехали. Китай, видишь, очень много. И сейчас это начинает в стадии развития. Вот только начинается. Почему? Потому что даже взять турецкие авиалинии сделали 30 рейсов в Африку. Bonjour. I from Ukraine. Ukraine? Yes. Thank you. Thank you. Вот наш мэр Алита. А вот наш депутат. А, депутат. Ай, депутат. Цель нашей жизни, да? Познакомиться с вами. Вы помните, она для канала. Мне нравится этот регион, ваш остров. Нравятся люди в нем. Мне нравится море. Мне нравится рыба. И все остальное. А ты? Это сколько? Панана. Добро пожаловать здесь, на себе. Мы хотим здесь открыть предприятие, ты сказал? Mm-hmm. Да. Носим Анджары. Я вижу развитие потихонечку туризма. Mm-hmm. Ты скажи, я очень много занимаюсь меценатством, матерям-одиночкам, малоимущим, интернат. Скажи, это дети без родителей. Сейчас, рядом, там слишком много детей. Чай мы земечка. В один аудиторию сотни. Да. У них сейчас проект, чтобы расширить это что-то. А как депутат, это нужное дело? Скажи, это надо делать? Ферабес, депутат. Вот вы вдвоем, обе депутат. Я так понимаю, мы вовремя пришли, скажи. Измер Чечва, наверное, в том одном городе. Да? Будем сотрудничать. Ваша помощь, наши возможности. Окей? Окей. Thank you, Ali. Thank you. Merci, Mamzabo. Merci, Nandé. Merci. Okay. 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 Как видно, что человек переживает за развитие своего острова, сразу говорит, как увеличить поток туристов, сможно ли договориться с чартерами там, перевоза туристов. Видишь, он переживает за дороги, переживает за школы, за детей. Ну, я думаю, что нормальный мэр у них. Я очень доволен встречей нашей, да, поэтому я думаю, у нас все получится. Вперед. Развлечение, правила. Для туризма, правда, поведение, что-то отдается здесь. Merci. Merci. Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся на Мадагаскаре, на крутом рынке. Здесь подготовит наш устав. Юрист. Устав. Цель. Коммерциальная деятельность. Туризм. Производственная деятельность. Сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Экспортно-импортные операции. Максимум. Удивительно, на острове все говорят на русском. Жильбер, это что такое? Все по-русски говорят, нет, реально? Давай кого-то остановим. О.
Бонжур. 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 Вы говорите по-русски? Да. Хорошо говорите? Да, хорошо говорю по-русски. А откуда вы? Я в Москве. А, в Москве? Много говорят здесь на русском? О, очень много. Много здесь говорят по-русски. Да. Здорово. Я в шоке. Давай еще кого-то собрать. Любого. Спасибо. Желаю удачи вам. Спасибо большое. Ну, а под проблем вот вырвался. Вот, ну, фильмы ребенка. Я снова фильм. Адрес. Пока здесь наш адрес. Там еще... Жильбер, ты волнуешься? Нет. Если у тебя разбудишь, да. Шеф. То есть уже финиш. И тоже. А, ну. Thank you. Удачи. Итак, компания называется DM Nosi Mangiari. Подписаны все документы. С сегодняшнего дня. Начинаем работать. В общем, ребята, только что была открыта компания Nosi Mangiari. Олег на Nosi B. Теперь у него есть своя компания. И мы решили это дело отметить, но не как обычно это делают, не набухаться, не потусить, а мы сейчас поедем за лобстерами. А, в общем, вот эта штука, они достают лобстера, да? Да, да. А вот с нами как называется? Sweet, поим sweet. А сколько они набирают лобстеров за час, допустим? Если это были танмисизи, на 30. А если мест, где там лобстер много, даже 30 за час, 30 штук. Спроси, когда они больше добывают, днем или ночью? А если они нормально. Ночью. Они разные? Разные, три разные. Черный, зеленый и красный. Лангуст бакаравота хали. Зичмадем лани. 1.50 м. 1.5 м. Лангусты. Непали лали. Ну, ночь они недалеко. Акул нету там сейчас ночью? И рачис. Акю. А, чисира нет. Ну что, вот мы выходим на охоту ночную. И как вы думаете, на кого? Правильно, на лангуста. Это ребята, которые охотятся... Дик? Имя Дик. Охотятся только на лобстеров. Пота. Пота. Обычный фонарь, не водонепроницаемый, прикинь. Нет. Презервативы одевают, да? Три штуки, да. У меня к ним вопрос есть. Они в месяц тратят столько денег на презервативы, они же этим профессионально занимаются. Неужели не проще один раз купить за 20-30 долларов фонарик, пусть недорогой, как этот, за 500 долларов там, а за 20 долларов на подводный фонарик? Подводный фонарик они никогда не смогли купить. Подводный фонарик у нас здесь сколько? Арену какой-то. 100 евро. Саня, у меня мир переворачивается. Да? Ну, они во всем такие, видите. Смотрите, вот 15 метров. Ну, не знаю, ехали, запищало, остановились. Окей.
что, поныряли мы, Сережей взяли, сколько рыбы? Ну, штук 7, наверное. 7? Да. Сразу ничего не было. Ну, как бы, ребята говорят, что здесь до нас кто-то уже прошел. Но кайфово, кайфанули. Видел одного такого хорошего, ушел сквозь щели за ними. А так, средненькие, как раз на кастрюльку заварим, покушаем. Здорово, классный сегодня вечер. Я с Ветлем знаком давно, но я понял, что я его плохо знаю. Сколько уже лет здесь производство? Уже идем, мне второй или третий час. Слоуфиш. Ветер стрельнул большого каранкса. Течение сильное, нереально его. Ты ж курки живешь, на тебе банальчик. Ветер, возьми мой телефон, Ветер. Пошел, прилив. Только сейчас начала рыба подходить. Ла марлина вышла. До свидания, пока-пока. Ну, я вам чудовище.